Всем привет, друзья. У нас тут дерутся прямо на третьей рабочей. Дай ему в глаз. Немножко дерутся, друзья. Всем привет, всем привет из города Владивостока. Мы находимся с вами на третьей рабочей на кольце. Едем с вами на набережную, друзья. На нашу Владивостокскую набережную. Посмотрим с вами, что там делается. Что там вообще новенького. Так что едем, друзья, едем, смотрим. Я, как всегда, всех благодарю, что вы меня смотрите. Оставляйте комментарии, ставите лайки, подписывайтесь. Друзья, всех благодарю от души на моем канале. Всем крепкого здоровья. Мы тут как лучше проехать, даже не знаю. Ну, наверное, так и поедем. Так и поедем. Как едем, так и поедем. Видите, как у нас здесь на Красного Знамени закатывают дорогу. Ну, это просто шедеврально вообще. Сделают, сделают. Пора. Вот видите, только нам стоило поменять мэра, и работа пошла. Пошла, пошла, пошла. У нас тепло, и выходные было тоже, друзья, пасмурно, но было тепло. Очень даже тепло. До 20 градусов. Все отлично. Обещают все дожди, 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 но ничего такого нету. Погодка неплохая. Так, мы сейчас повернем, наверное, на Партизанский проспект здесь налево. Да, и по центральной поедем, чтобы не крутиться, не вертиться. Так, тут тоже ДТП. Там у нас на третьей рабочей что-то автобусник, что-то он как-то вилял, 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 и тут парнишка на Камри или на Кэмри, вот я не заметил, левый или правый руль. Что-то он, у него нервы сдали, и он остановил автобус и дал человеку в лицо. Тот говорит, я сейчас буду звонить, он ему кричит, звони. Такое бывает. Ну, накалил, накалил человека. Так, по кольцу мы, по кольцу. Ну вот мы уже тут, друзья, подъехали к Покровскому парку. К нашей церквушечке. Ну и по традиции мы, конечно, с вами посмотрим, что творится с приморским кондитером. Навели на нем лоск, покрасили его, побелили или что-то еще, вставили кирпичики. Сейчас посмотрим, насколько он так у нас. Не хотят его никак реставрировать. Я даже смотрю на здание, на самом кирпичном. Блин, уже и кирпичи уже какие-то уже не то. Оп-оп-оп, вы тут не ударьтесь, ребят. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Нет, друзья, все в порядке. Все, с приморским кондитером все в порядке. Все нормально. Все стабильно. Это мы с вами, друзья, кто вдруг первый раз там заехали с вами уже в центр, на улицу Алиутская. Оп. Нам надо правее, потому что мы сейчас подъедем к нашему стадиону Динамо. Там направо, направо и направо. Ближе к морю. Да, здание уже пора помыть. Здание уже, друзья, почернело. Здание красивое. Пыль, 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 пыль. Оп. Ну вот, мы повернули на улицу Семеновскую. Вот там впереди у нас стадион Динамо. Друзья, оп, 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 оп. Сейчас мы здесь повернем направо. Повернем налево. И все. И на набережную. Ну вот мы въехали на набережную, друзья. Все как всегда. Все просто машины, машины,
машины. Ничего тут не меняется, и, наверное, в этом году ничего не изменится. Как было тут, не есть хорошо, так и останется, друзья. Здесь уже выделялись деньги, здесь построили, что-то сделали, что-то закатали, но как она была никчемная, так она и... Я говорю, как она есть, друзья. Тут не на что смотреть. Лошадь стоит и несколько кафушек. Китайская, русская и ничего тут. Ни дельфинария, ни, не знаю, там, никаких пирсов к морю, ничего, никаких развлечений. Там еще, где фонтан, там еще можно на катамаранах что-то покататься. Но это такое себе, короче. Ну, для детишек, наверное, кто-то приятно будет, конечно, но... Честно говоря, не на что посмотреть. Не на что. Рыбаки. Опа, кто там плещется? Поймал кого-то, что ли? Да, туманчик сегодня присутствует. Ладно, сейчас отгружусь, друзья. Встанем здесь, подышим морским воздухом. Ну вот, друзья, подышим немножко воздухом. Рыбаки. Сегодня много рыбаков. Я даже там ехал, вон там стоят вдоль берега. Там какой-то перегрузчик или контейнеровоз стоит, или заправщик. Не столь важно. Но туман. Туман стоит, друзья. Видимость плохая. А сейчас за город выйдем, как в пятницу, и все, и будет солнце, и будет все. Будет все. Ты чаечка, чаечка. И будет все, как говорится. А в городе может быть такое. Водичка еще чистая. Интересно, что ловится. Рыбаки где-то далеко, так можно было бы спросить. Ладно, так, нам еще около моря проезжать с вами. Нам нужно с вами... Друзья, сейчас поедем в ту сторону, ближе к острову Русскому. Там надо нам выгрузку сделать. И потом по объездной нужно съездить опять в прохладное, друзья. Сегодня же понедельник. Мы сейчас по понедельникам туда ездим. Село прохладное. Или как оно? Поселок прохладное. Правильно будет. Так что едем, друзья, едем. Едем и смотрим. Друзья, насчет набережной, знаете, сказано, пересказано все. Вот лично мое мнение, похвастаться нечем. Просто похвастаться нечем. Так что как-то так. Нет тут никакого креатива. Ну, для детей тут сделали немножко так, какие-то спортивные снаряды. Тут тоже немножко там турники, не знаю, там какие-то столбы навтыкали. Ну, может быть, вечером у моря, может быть, оно и красиво, конечно. Но... Ну, для детишек так, чуть-чуть что-то есть. Ну, там дальше фонтанчик есть. Ну, такое себе. Конечно, согласен, мы не курортные, как говорится, это не курортный город, согласен. Но все равно можно было бы покрасивше сделать. Бедная пони стоит, лошадки, ну, самокаты электрические на прокат. И все вокруг машины. Где-то был еще туалет, а вон туалеты. Они стояли здесь, сейчас туда убрали. Туалеты и там вот. Ну и все вроде. Это мы приближаемся к центральной площади города Владивостока. Фонтанчик у нас еще до сих пор делают. Церковь еще делают. Все. Пока доделывают. В стадии строительства все. Thank you.
Да, там вообще туманчик, там где тихое, друзья. Там по объездной поедем, посмотрим. Там вообще туман. В ту сторону мы тоже будем проезжать. Мы уже с вами здесь приблизились к радиоприбору, к нашему. Едем на улицу Бархатную, мы, друзья, с вами сегодня. Нам Бархатной надо отгрузиться. И будет хорошо. Что такое? Что случилось? Сломался автобус. ЛиАЗ. Да. Не есть хорошо. Это мы заехали на катерную. Тут же будет у нас Бархатная. Там у нас мостик на остров Русский. Тоже весь в тумане. Ну все, отправочку сделали. Сейчас мы едем, друзья, по объездной, по туманчику. Едем в прохладное. Ну все, выскочили на трассу, друзья. Сейчас посмотрим, где у нас туман, а где он заканчивается. Или у нас по всему краю так. Сейчас взглянем. Взглянем. Друзья, еще что хотел сказать. Всех поблагодарить, кто поддержал канал, друзья. Всех благодарю от души, было очень-очень приятно. И от моей супруги огромное-огромное спасибо. И она сказала, что всем крепкого-крепкого здоровья. Спасибо, друзья. Очень приятно. Бухта тихая у нас тоже вся в тумане, друзья. И сегодня здесь корабликов не видно. Нет, видите, друзья, в пятницу мы здесь проезжали, уже было солнце, солнце, солнце. Сегодня видно, все Приморье затянуло. Ну все, залетели мы уже на низководный мост, друзья. Да, погодка здесь тоже такая же, как и в городе. Просвета пока нет. Друзья, и мы уже в городе. Лечу, короче, волосики назад. Мне позвонили с офиса. Игорь, надо срочно загрузить две заявочки и срочно их отвезти. Так что летим. Сейчас на БАМе бам-бам-бам отгрузим коробочку. Заедем на склад, загрузимся. И обратно сюда на Зарю. И на Народный проспект поедем. Вот как-то так. Сейчас работа, есть работа. Опа, мотоциклист. Смотрите, какой хайс с левой стороны. Какой широкий хайс. Красавчик, красавчик. Ну давай, грузик, ну поворачивай, ехну. Говно Тойота. Ой. Ну все, друзья, загрузился я. Три заявочки. Сейчас здесь две на Заре сделаем. И одну сделаем на Снеговой. Заедем в офис, отдадим кое-что. И все на сегодня. Так, время 3 часа. Нормально, за 2 часа, думаю, с копейкой все сделаем. Ну и все, 15 минут мы бам-бам-бам здесь. Какая все-таки сегодня погода хорошая, как она мне нравится. И не жарко, и не холодно вообще, и ветерочек обдувает. Где-то потаскал коробочки, вспотел, раз тебе обдуло, хорошо, приятно. Блин, обалдеть. Вообще.
вообще у нас погода обалдеть. Погода у нас обалдеть. Ой-ой-ой. Ну все, поехали на снеговую съездим. Там отгрузимся. Красиво они, конечно, рисовали. Молодцы. Респект. Ну вот, друзья, мы и на снеговой отгрузились быстренько. Бам-бам-бам. 15:51. За 50 минут мы все сделали. Вот как-то так. Так, сейчас заедем в офис. Кое-что отдадим. И все будет прекрасно. Все будет прекрасно. Ну вот, друзья, приехал уже на базу. Что-то настроение сегодня какое-то у меня, не знаю, непонятное. Пойду барбосом схожу. Может, настроение поднимется. Собаки всегда поднимают настроение. Да, барбосы? Ой ты, красавчик. А? Да. На. Чего ты? Ой. Ешь давай. Что такое? Что такое? А? Да, мой красавчик, ешь. Ешь давай. Ой. Что у вас там? Главное, чтобы у вас водичка была. Кушай, кушай давай. А, ты пролил всю воду. Ну, ты даешь, барбос. Привет, старый. У старого все нормально стоит. Не гавкает. Терпила что-то гавкает сегодня. Чего ты гавкаешь? Че гавкаешь? Скушал? Скушал? Ну, молодец, молодец. Молодец, скушал. У тебя-то вода есть? Есть вода у тебя, молодец. Так что, друзья, извините меня сегодня за такой грустный видосик. Я сам чувствую, что у меня что-то настроение такое. Я не знаю, чем это связано, честно говоря. Все вроде нормально, все вроде окей. Все живы, здоровы, все. Ну вот, как-то бывают такие временами, что немножко сюда что-то не то. Так что, сорян. Посмотрю еще, выкладывать это видео или не выкладывать. Не выложу, скажите, куда пропал, почему, что случилось. Выложу, скажут, ну, Игорь, ну так тоже нельзя. Так что, друзья, как я всегда, всех от души благодарю, что вы меня смотрите, оставляйте комментарии, т.д. и т.п. Друзья, давайте, если что, не будем портить настроение, все нормально. Давайте, если что, до завтра. Всем пока.